Значит, где ваш отель? Говорит, а я там позже есть храм. Отельный храм, да. Так, а вот ребенок в семье, как вам рассказал, обычно один или два, да? Обычно у кого много детей, они не получились, как хотят. Да. Хотели мальчика, да? Родились девочка. Когда первая девочка, надо второй, чтобы мальчик. Если вторая опять девочка, ну тогда еще попробовать третий. А если третья опять девочка, тогда четвертый надо. Да. Бывает вот три девочки, один мальчик. Или две девочки, один мальчик. Да. А если сразу мальчик, тогда хватает один. Да. То есть пробуем до мальчика. Да. Ну как у меня жена хотела девочка. Не получилось. Да. Мы думали, третья была девочка, а пять мальчик, тогда хватает нам. Да. Три сына. Да, вот, ну, уже проблема, не говорите про это. Пока не думаю. Да, обычно, если все хотят дома, это хорошо, кстати. Вам надо строить вверх. Да. Да, двухэтажно, да, конечно. Еще же надо место под должное идти. Нет, тут обычно на Бали, да, а у нас домов это одноэтажное, считается хорошо. Если двухэтажное, это опасно, потому что землетрясения тут бывают на Бали. Часто? Часто. Последнее это когда было? 2 месяца назад, по-моему. Да. Мамочки. Когда на Ломбоке, да. Тут тоже чувствовалось. Сильная была? Не, на Ломбоке сильная, а здесь около 5. 5 баллов, да. И двухэтажные могут развалиться, да? Но тут у нас правило, можно только до 5, 5 этажей. Выше нельзя. Посмотрите, пожалуйста, справа. Это как будто умер здесь. Будет ритуал кремация. Вот смотрите, фотография там. Это умерший человек. У, да. них смерть это правильно? Нет, ритуал будет в кладбище. Деревенское кладбище. Вот это аппарат, или как называется по-балийски, джимпана, для нести труп до кладбища. Да. Вот все сообщества, они помогают друг другу. Потом не стук. Вот, джимпана. Синюю одежду одеваются, да? Женщины одеваются в синюю одежду, вы не знаете. Это у них сообщество, да, организации в деревне. Да, все в форме. Да. Чтобы как себя показать. Да. Это членов сообщества в деревне. А мужчина обычно свободен. А женщина такой. Но как обычно для похороны, да, черный, темный цвет. А если храмовый праздник, обычно белый или более яркий такие. Скажите, на похоронах вот люди плачут? Семья, да, но соседей нет. Да, потому что нам всегда сказали, это циклус у нас, да, как циклус, да, циклус, да. Да, рождает, потом растет и умирает, да. Это у всех будет, всем все будет такое. Но только время мы не знаем, когда. И если грустно надолго, считается это плохо. Когда плакать, это плохо надолго. Потому что душа человека неприятна. Когда, ну, пути до другой мир, который. Да, вот поэтому соседу всегда говорит, это не надо надолго грустно. Да. Подумайте, у вас сын или семья остается, чтобы всем хорошо будет, да. Да. Мы верим так тоже, реинкарнацию, карму, мокса. Мокса – это нирвана, да. Это наша микродуша, единая с макродушой. Да. Ставили вам. Ставили вам.